Так, а мы Да, я думаю, продолжаем что каждый наши владение. посиделки в мире дикой природы. Сегодня мы продолжим Слушай, изучать очень древний и наукой малоизвестный вид Homo sapiens какая там была убийцы. мелодия? Я не знаю, Человек я уже не ультиматум. помню. Знаешь, такая радостная Это там мелодия, это. такая спокойная, и там убийцы с Да. ножами и прочим. Еще одно Человек очень излюбленное ультиматум. место. Ребят. Место обитания Это этого чердак. редкого вида – это чердаки. Как видите, мы находимся на одном из таких, и если нам очень повезет, то, дорогие телезрители, мы Мы сфотографируем на пистолет. да, мы найдем Да. одну особь и посмотрим, как же он себя ведет. Тише, тише, тише. Какой, как интересно. Смотри, да, какой Нет, человек нет. вроде бы Кажется, обычный вид, а вот ультиматум. мы нашли того, кого искали. Да. Вот видите, вот как он боится. Да. Это называется стеснение, начальное стеснение. Уберите пистолет, Это первый этап. Томас, уберите пистолет. А, Томас, убери, мы не хотим, куда? Сядьте, мы не хотим сядьте, его спугнуть. сядьте, Спокойно, сядьте, 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 спокойно, сядьте. тихо. Зачем ты его убрал? Это не я, это все ты виноват. Мы просто хотели посмотреть на убийцу в его обычной среде обитания. Ну, не полуподумал. Ты помнишь, что мы его выследили? Ты помнишь, что мы Да. его хорошо выследили, блядь? Пошел сюда, охуешь на Лакоус, блядь. Сука, пиздец. Ладно, Андрейка, приму. Блин, слушай, я все это дело записывал, это эпично, я это загружу когда-нибудь. Серьезно? Серьезно, я реально это записывал. Это было эпично. Я до сих пор пытаюсь осознать, что сейчас произошло, блядь. Главное, чтобы потом не было глюков на записи. Знаешь, мы его близко к тебе подпустили. Нельзя человека субивакус к себе близко подпускать. Вот в чем проблема. Да, именно об этом писал в своей книге Джейкоб Потрошительберг. Он знал. Да. Это как Марс, знаешь, только Берг, только Джейкоб Потрошительберг. Я и ты, один на один. Сука, пошел на пистолет. Бери пистолет, сука, давай честно. Иди пистолет и иди. Вон на первом этаже вы тут. Нет, не тут. Заверни, блядь, иди сюда. Иди сюда. Вон пистолет лежит, конченый. Не, вот это вот мне не нравится. Это бэдманер какой-то, честно.